Друзья, мир вам! Приветствую каждого из вас! Я бы хотел поделиться сегодня словом. Послание к евреям, 3 глава, 8 стих. И в 7 там говорится, что Дух Святой, Он говорит и обращается к нам. В 8 Он говорит: «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Посмотрите, Библия говорит: «Не ожесточите сердец ваших». То есть это очень важно понимать и помнить нам, что мы ответственны за наши сердца. В течение дня, в каждом дне, в каждой неделе есть разные ситуации, которые влияют на те моменты, чтобы наше сердце, оно было ожесточено, и мы не в состоянии были принимать Бога. Просто не дайте никому повлиять на ваше сердце, разрушить ваше сердце. Помните, что мы призваны к тому, чтобы наши сердца, они были мягкими, и чтобы Бог, Он мог совершать свою работу. Чтобы мы из наших сердец могли на самом деле служить Богу. И Господь да благословит вас. Всегда делайте выбор в пользу того, чтобы смотреть на Бога, взирать на Него, и чтобы ваше сердце оставалось мягким. Благословение вам во имя Иисуса. Аминь.